закончится. В конце концов, не всю машину, так, локалочки. Ну вот что у нас и получилось. Сейчас посушим. Сейчас мы это дело подсушим. Это у нас вчерашняя крылышко. Блестит, переливается. Вот, ну сейчас будем красить две двери и переднее крыло. И сюда зайдем немножко. Мы его сейчас тоже мотанем. Вот. И будем лакировать все сразу. Так. То есть у нас получится крыло, дверь, дверь, крыло и порожек. Ну, процесс оклеивания идет. Сейчас мы под газетками, где-то клееночками и начнем. Так. Приподняли машину на тумбочке. Теперь будет намного легче ее красить. Залили все водичкой. Обклеили машиненку. Чуть-чуть нашли маленький косячок, раковинка. Вот сейчас мы этот ведомочку заклеим. Приступаем к покраске. Вот тут у нас красочка, хрен его знает какая, на разлив с подбора. Наливаем. Так. Сейчас 150 грамм этого сделаем. И 150 грамм нальем 600. А, у нас есть разбавитель для металликов специально. Так, это у нас, значит, такой разбавитель. Так, это разбавитель для перехода. Кстати, у нас сейчас тоже понадобится. Так. И у нас есть где-то там наверху растворитель для металликов. О! Разбавитель для металликов. Вот такой разбавитель для металликов. Так, мы его скручиваем. И наливаем в банку.
Так, мы его сейчас пополам разведем. Вот, универсальная палка-мешалка. Вот, в итоге у нас получилось 300 с копеечкой там султыги. Пистолет. Вот такой вот у нас есть пистолет. Пипец, точная подделка САТы 2000. Вот тут вот где-то название сейчас будет. Вот тут видно. САТа 2000. Ставим фильтрик и наливаем нашу разведенную краску. Вот так вот. Наша машинка. Сейчас мы ее еще разок пройдемся липкой салфеткой или марлечкой, как правильно. Вдруг что-то прилипло. Ну вот, включили мы нашу камеру. Сейчас сделаем и пикировочку. Вот такой поясок у нас. Помогает держать мою стройную кожу. У нас есть вот такой фильтрик. Мы его засовываем вот сюда под пояс. Даем слойку, подсушку. Первый слой положили на пультиком. Сушим. Ну вот. Закрыли машину базы. Ремонтировали два крыла. Переднее крыло. Здесь был удар, царапина. Переход сделали. Двери передние, задние целиком. И вот в этом месте у нас был удар. Тоже делали переходом по базе. Лакировать будем полностью. Вот. Сейчас еще минут 5 межслойная сушечка. Вот. База подсыхает и лакируем. Чуть не забыл за камеру. Лакируем. Лакируем. Вот так. Первый слой лака положили. Ну, вроде бы нормальный. Ждем межслойку. Красим второй слой потом. Второй слой. Лак на ВОХС. Дюза 1.3. Китайская подделка САТы.
Берем вот такой разбавитель для переходов. Буквально 20 грамм. Попробуем размыть по передней штучке. Ну вот, сейчас посмотрим поближе, что у нас вышло. Ну, вот такая вот кружка. Вот так вот это у нас все вышло. Да. Вот так вот это все вышло. Гринка есть, никуда от него не денешься. Так что вот все сушим. Время у нас уже почти 6 часов вечера. Температура на улице в боксе 30 градусов. Замечательно. Ну вот, прошел ровно час после покраски. Вот. Снял газетки, снял это. Привет. Опять ее разбираете по частям. Вот такая вот штучка у нас получилась. Согренька разошлась. Глянчик есть. Все сохнет. Но это вот не мешает. Можно будет потом оторвать. Ага. Так, ну это не разный цвет, это просто угол падения разный. Вот. Это все одно и то же. Это все одно и то же. Здесь у нас переход по крылу. Наверх. Вот. Разницы нет. Ну, ладно, нажмем.